Золотые руки Ивановской области. Во вторник стартовал региональный этап конкурса рабочих строительных профессий «Строймастер». В этом году состязания подвели под национальный стандарт и оставили три компетенции – сварщик, каменщик и штукатур. В прошлом году были еще плиточники и маляры. Несмотря на сокращение номинаций, количество участников, наоборот, возросло. За звание лучшего будут бороться 24 мастера своего дела. Количество участников увеличилось. Если в прошлом году было 3-4 человека в номинации, то сегодня номинация доходит до 10 человек. Сварщики свои профессиональные навыки продемонстрируют в учебных мастерских Энергоуниверситета. А вот каменщики и штукатуры будут соревноваться, так сказать, в естественной среде обитания. Соревновательной площадкой для них станет один из строящихся домов на улице Наумова. Конечно, это поудобнее, в принципе. В естественной среде, как уже говорилось, то есть нам будет, может, поудобнее. То есть мы уже знаем, что к чему. После церемонии открытия прошла теоретическая часть конкурса. В деле участники покажут себя в среду. А вот в июле в Иванове пройдет этап Центрального федерального округа. Около 40 организаций представят своих специалистов. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.